Салют, друзья! На связи Савченков Иван. И сегодня, по вашим просьбам, я расскажу вам подробнее о плагине Fruity Granulizer. У меня есть вот такой звук в него загруженный. И давайте прям снизу вверх начнем. Ручкой Start настраивается позиция старта воспроизведения вашего сэмпла. Ну, то есть это как вот эта ручка, либо же как вот эта ручка. K2 – это режим воспроизведения. То есть здесь есть pitch, проценты, step и transient. То есть, например, pitch, он идет по умолчанию. Это значит, что каждая нота будет подниматься, либо же опускаться по питчу. Проценты – это каждая нота будет на долю смещена. Ну, то есть будет смещен как бы старт вашего сэмпла на какую-то долю. Оно идет от октавы C5 до C7. Дальше степ, опять же. Каждая нота будет смещена на шаг. И транзиент, он будет прыгать по транзиентам. Это особенно хорошо, если у вас в сэмпле уже сохранены маркеры, и тогда он по маркерам будет прыгать. Дальше модуль транзиент. Гранулайзер, он определяет автоматически транзиенты у вашего сэмпла, либо же он ориентируется по, опять же, маркерам. То есть если у вас сохранен сэмпл вместе с маркерами, то он ориентируется по ним. И настройка транзиент, она как бы улучшает качество при растяжении ваших сэмплов. Ручка hold — это удержание. Дальше три режима: выключены, то есть он как бы не ориентируется по транзиентам. Use Regions – это если, опять же, у нас загружены маркеры. И Detect – это он автоматически сам по сэмплу, да, находит транзиенты какие-то и по ним ориентируется. А, забыл здесь сказать. Здесь также есть режим Loop, то есть когда сэмпл заканчивается, он дальше воспроизводится по петле. И Hold. Пока Hold нажат, он на одном месте стоит. Дальше окно эффектов, ручка Pan, панорама. Дальше окно эффектов, здесь можно настроить панораму, как гранулы будут бегать из одного уха в другое. Дальше глубину этого бегания, скорость. И ручка Rand — это рандомный эффект, то есть он будет, ну, чем больше вправо, тем он рандомнее будет. Так, и окошко Grains, здесь есть атака. То есть устанавливает длительность атаки и спада каждой гранулы. Но это как бы проще, конечно, всего, чтобы это все разобраться, просто крутить и слушать, что и что делает. Дальше ручка hold задает длину каждой гранулы. То есть как бы все эти ручки, они взаимозависимы, да? То есть если у нас hold маленький, мы ставим атаку маленькую, то получается один звук. Если у нас остается атака маленькая, но hold побольше, то звук уже будет другой. Эта ручка — расстояние между гранулами. А эта ручка — это как бы количество гранул, которые мы получаем от сигнала, собственно. Вот, и по сути это плагин простой, но из него можно делать интересные какие-то подклады, интересные текстуры. Интересный плагин. Если вы любите экспериментировать, если вы хотите, чтобы ваша музыка, ваши биты звучали как-то уникально, имели свое уникальное звучание, то я советую вам попробовать этот плагин. Эксперименты — это всегда хорошо. Собственно, я надеюсь, что видео было интересным и полезным. Надеюсь, что я вдохновил вас на использование чего-то новенького, чего вы еще не использовали, если, конечно, еще не использовали. Ставьте пальцы вверх, если понравилось, если было полезно. Поделитесь с друзьями, у которых, по вашему мнению, биты звучат примитивно. Скажите, что ёпты, братанчик, посмотри, вот что можно делать в FL-очке. И давай-ка уже начни делать что-то уникальное, что-то интересное. Вот. Всех обнял, всех благодарю за внимание, за проявленный интерес, за то, что подписаны, за то, что следите. Всем до скорых встреч в новых видео.